Всем привет, добро пожаловать на мой канал, и сегодня у нас с вами обзор на альбом Stray Kids I Am You. I am you, assuming you, no western night suiso. Данный альбом я купила в наличии в шопе в своем городе. Из старых альбомов до эры Go Live у меня есть только Levanter, Mirror и Mixtape. То есть в планы на будущее, конечно, входило покупать старые альбомы. I'm you, I'm who, I'm not. Как и просили, I am разными голосами. Но как-то руки не доходили. То там карты купить надо, то там камбэк, то там камбэк. И да. Но когда в наличии в шопе в моем городе есть какие-то прикольные альбомчики, я стараюсь их урвать. И, в общем-то, сегодня у нас с вами альбом I am you. Я не знаю, какая это версия, I am или you. В целом, буду рада выпадению любого мембера, потому что не собираюсь собирать старые карты у Тейт. Как бы, ну, было бы неплохо, если бы выпал Минхо, но в целом без разницы. Ой, он такой большой, кстати. Намного толще, чем Мирах и Левантер, который у меня есть. Но, конечно же, меньше, чем Микстейп. У меня есть такое ощущение, как будто это, ну, какой-то новый альбом. Как будто его недавно напечатали. Сразу постараюсь сейчас найти наполнение и выложить его. Я все спрятала. И теперь мы можем смотреть альбомчик. Он такой ASMR. Здесь у нас общая фотография. Stray Kids, I am you, you make Stray Kids stay. Здесь ничего интересного. Отпечатался немножко диск сзади. И можем начинать смотреть. Там сразу будет зеркальная обложка. Я не знаю, она там сразу с мембером или нет. Я всего пару раз смотрела обзоры на этот альбом, поэтому не помню, что как. Такой приятный песочно-персиковый оттенок. I'm you! Ошалеть, вот это зеркало, и у меня... О, у меня Чунин. Здорово. В Левантере в обоих фотобуках у меня Чан, в Мирах в обоих фотобуках у меня Сэнмин. Я не удивлюсь, что когда-нибудь, когда я куплю вторую версию IMU, у меня там тоже будет Чунин. Я хочу еще раз посмотреть. По идее, нужно сделать вот так, и тогда надпись отразится, и будет написано I see me in you, строчка из песни. И здесь у нас общая фотография и трек. Получается, мне нравится, ну, больше всего мне нравится I'm You и NS, вот это. И микстейп, я не помню, какой это микстейп. Сейчас мне придется найти текст песни. О, я ее обожаю! Да, все, вот. Это, получается, моя любимая, это микстейп, I'm You и... NS. Остальные, они такие, знаете, более лиричные, не такие разрывные, ну и, собственно, Get Cool, бумага здесь такая матовая, плотная. One Chance Blonde. Буду быстренько листать. Худой чанбинчик, так непривычно, конечно. Сережки у Феликса, во-первых, цепочка, во-вторых, крестик. У меня сейчас точно такие же, ну, не точно такие же, но почти. И цепочка, и крестик присутствуют. Ой, такие мальчики. Я вообще в своих видео не говорю про Уджина, но я недавно видела в ТикТоке его кавер, и он так, не знаю, интересно выглядит, так круто, у него такая объемная прическа. И сольный его мини-альбом я слушала до того, как его не удалили из Яндекс.Музыки, а потом мне стало лень его искать. Они все такие в темном. И боже, какой здесь красивый Хёнджин. Хёнджин, кстати, последнее время, ну, как минимум, с эры Максидент, как им сделали эту короткую персиковую стрижку, я считаю, что он начал жестко ломать мой Биас лайн. Конечно, я стеню Stray Kids 48 с ультом Минхо и брейкером Чанбином, но при этом я люблю, конечно же, всех мальчиков. Но... Не знаю, Хёнджин. Если бы я собирала карты только трех мемберов, то я бы, наверное, собирала Минхо, Чанбин и Хёнджин. Но я собираю всех, так что...
Но я хочу очень карту Хёнджина из Christmas Evil, фиолетовую карту. Думаю, я ее куплю в скором времени. Причем я ее много раз видела в обсуждении с продажей, когда просто что-то там смотрела, но не собиралась покупать карту. Часто ее видела, думала, да-да, раз ее так часто много продают, значит, я ее обязательно как-нибудь потом куплю. И когда я сегодня зашла и решила посмотреть карту, хотела купить, я ее не нашла никакую, нигде, ни разу не увидела фиолетовую карту Хёнджина. Вот, и мы здесь переходим к другому концепту. Он уже не черно-белый, цветной. Такой смешной. Так, это они здесь в зеркалах, в разненьких. О, Сынмин с собачкой. Чан с его динозавриком. И Чунин с брекетами. Вау, такой милашка. Очень смешные рисунки, прикольные, мне нравятся. Они такие интересные, да. Вот это здесь так красиво выглядит, как будто бы прям здесь и написано маркером. В общем, You Make Stray Kids Stay, и написано IMU, и дальше у нас концепт на улице светлый. Получается, в синем фотобуке вечерний, фотосессия в этом же, в этой же локации, только вечерняя. Ой, какие. Вау, мод 2018-го. Скучаем. Красивый банчан. Банчан в 2018-м с блондом и кудряшками. И вот в этом же, по-моему, наряде было видео, где они катались на скейтах. Я потом как-то видела в ТикТоке видео с Чаном под песню «Мальчик-скейтер». Вот. Минхо. Чанбин. О, какой красивый. Последнее время, кстати, не так, чтобы сильно слежу за Stray Kids. У них сейчас много контента. Ну, не контента, а всякие превьюшки, анвейлы к трекам, фотосессии, промо-фотографии. Ну, я просто на это все смотрю одним глазом, такая, да, прикольно, и все. И я не знаю. Мне не особо интересно смотреть, следить за этим. Я просто хочу, чтобы альбом уже вышел. Пока что я очень сильно увлечена Seventeen. И все, что я хочу, это каждый день смотреть Going Seventeen, и больше мне ничего не нужно. Смотря просто видео Seventeen, думаю, что ты не один, ты вот сидишь. Мы обычно с подругой вместе смотрим, и вот мы сидим, знаете, нас 15 человек, нас двое, их 13, сидим, играем в мафию, да. Ну, классные фотосессии, образы классные. Чан здесь похож на Лея из EXO. Так, здесь благодарности пишут. Благодарности. Очень классным. В общем, по фотосессиям прикольные такие. Вау! Такой. Униу. О, еще одна. Достаточно много смен локаций. 4, получается. Или 3. Ну, в общем, разные такие фотки. Не все с одного места. Ну, как я и сказала, он довольно-таки толстенький, он толще, чем Левантер и Мирах. Текст песен. You make Stray Kids stay. I see myself in you. Stray Kids thanks to. О, это такая общая благодарность, вау, прикольно. Так, став. Вот такой вот розовенький диск с надписью I'm you. Я I am, она такая голографическая. Прикольно. Мне нравится. Однажды я куплю все альбомы Stray Kids. Ну, он прям, я не знаю, я прям рада, как будто что он такой толстенький. Я еще раз его пересмотрю после того, как закончу видео. Вот. Такой. О, здесь тоже написано.
Здесь написано IMU. И вот так написано IMU зеркально. Прикольно. Прикольно. Так, и давайте смотреть по одному. Постараюсь по одному доставать. Что это такое большое я достала? А там разве что-то еще, кроме карт, было? А, точно! О, Феликс! Блин, смотрите. Вообще без дефектов. Хорошо, что не повторка, потому что у меня есть Минхой Чонбин, да. И у меня не повторка, у меня Феликс. Здорово. Точно, Полароид, я забыла про них. Дальше смотрим карту. И первая карта у меня с... Первая карта у меня с... Обалдеть! Это же у нас Джисон и Чанбин, юнитка. Блин, они такие матовые, просто вау. Здорово, это все-таки относится к моему топ-3, который я раньше собирала, но сейчас, как я сказала, я бы лучше предпочла бы вместо Джисона собирать Хёнджина. Я вообще не знаю, почему я Джисона собирала. Он даже как бы не относится к моему биослайну. И следующая карта, селфи-карта у меня с... Да, блин, селфи-карта у меня с... О, Феликс! Вау, он здесь такой маленький, такой миленький. Такой бубка. Смотрите, у меня сегодня Феликс. Блин, он такой глянцевый. Вау. Посмотрите, какой крутой чел. Очки у него, ремень, часы такой. Крутой. Так. Вот такое у меня сегодня выпадение, такой небольшая распаковочка, хотя я здесь наболтала, как будто бы это у нас с вами большая распаковочка. Просто давно не болтала, решила, что сегодня самое время. Ну и, в общем-то, это все в этом альбомчике, здесь больше ничего нет, так что, если вам понравился мой видеоролик, то можете поставить ему пальчик вверх и подписаться на мой канал, чтобы не пропускать новые видеоролики, а также можете подписаться на мой телеграм-канал, и до новых встреч, пока-пока!